«Прикасаемся к звездам» – название концерта, приуроченного ко дню космонавтики, который прошел в ДК «Родина». Праздник объединил несколько сотен работников химкинских предприятий ракетно-космической отрасли. Поблагодарить химчан за успехи в деле освоения космоса, вручить им почетные знаки и благодарственные письма пришли представители администрации города, депутаты Совета депутатов городского округа, лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив Михаил Раев и Елена Андреева, а также члены движения Николай Томашов, Сергей Малиновский, Мария Березеска, Юлия Ишкова, Артур Каримов, Владислав Мирзонов, Инна Монастырская. НПО «Энергомаш» разработал двигатели, которые подняли первого человека в космос, а также двигатели, которые подняли первые искусственные спутники Земли. На НПО «Лавочкина» сконструировали аппарат «Венера-4», который первый в истории космоса осуществил плавный спуск в атмосфере Венеры. И нужно сказать, что сотрудники этих предприятий первыми присоединились к движению социальной поддержки значимых инициатив по развитию города. Были проведены собрания, и сотрудники выдвинули свои идеи по развитию нашего любимого города. Люди, которые воплощали фантастику. И сегодня вот просто этим людям сказать спасибо, поздравить их с праздником, поблагодарить за их труд, пожелать им крепкого здоровья. Одним из главных номеров концерта стало лазерное шоу, которое погрузило зал в атмосферу космоса. А кульминацией праздника – выступление легендарной группы «Земляне». Приснится нам герой.